сравнение. Старый блочок. Вот. И новые. Новые блочки. Вот он маленький такой. Вот я хочу делать такие блочки маленькие. И реализовывать их желающим. То есть, скажем, это я покажу потом, как дальше организовать процесс выращивания. Скажем так, расположить коробочки прозрачные, вентилятор. Мне кажется, это будет очень интересно. Для выращивания грибов любым желающим. В принципе, там, ну, когда я реализую, в общем, покажу. Вот такой вот блочки такие делаются. Вот так. Это вот гораздо меньших размеров. Ну, в общем, так. Thank you.